И всем привет, друзья! Я Нептун, и это канал Нептун и GameStuff. Сегодня в рубрике «Инди-ужастики» мы смотрим игру «Gridbird». Эта игра у нас промелькнула в предложке, поэтому мы обязательно должны посмотреть, что это за игра и какие новые приключения нас здесь ждут. Давайте, новая игра? Поехали! Мои бро, мои систерс, моя семья не может предложить мне всякое фуфло. Это обязательно крутая игра. Этот особняк. Остался мне еще от дедушки. Длинная история у этого дома. Он был для меня убежищем, пристанищем. Он был для меня всем. С самого моего рождения до самой моей кончины. О, ты проснулся? А я как раз хотел с тобой поговорить. Столько времени прошло. Так много... Пока ничего не понятно. Кто-то со мной говорит. Больно. Больно. Больно смотреть на это ничтожество. Кто-то со сломанными ребрами, истекая кровью, не произносит ни звука. А кто-то почти без единой царапины ноет. Как ему неудобно. Где? Где я? Где ты? Кто ты? Вы? У меня в гостях. А гости должны вести себя культурно. Тебе что, не учили манерам? Позволь представиться. Меня зовут Кэрри. Я владелец этого особняка. Бывший. Видишь этот топор? Я назвал его Малыш Джозеф. Честь своего... Впрочем, не важно. Простить тебя? После того, что ты сделал? Черт, ну как же так? Учу гостя хорошему тону, а сам веду себя словно уличный бродяга. Не обращай внимания. И посиди пока тут. А я схожу, подочу Джозефа. А когда вернусь, мы расскажем тебе много интересных историй. Так, все, мы начинаем. Используйте мышку для передвижения камеры. Да, вот, все идеально. Так, замечательно. Этот ублюдок-психопат ушел. Так, давайте сваливать отсюда. Как-то, твою мать. Вставай, чувак. Эй, бро. Охренеть. Он уже кого-то замочил. Смотрите, тело. Я, видимо, обессилен. Никак не могу встать с этого стула. Давай, поднажми, чувак. От этого зависит наша жизнь. Давай. Да. Так, хорошо. Мы двигаемся, все нормально. Больной ублюдок. Что он с тобой сделал? Используйте F для взаимодействия с объектами. Хорошо. А. Вот с такими объектами? Допустим. Я пока не знаю, что я делаю, но, наверное, это нужно по сюжету. А, я опустил газ сюда, видимо. Хорошо. Так вот, друзья, игра Gridbird — это интересный инди-проект, который сделан на движке CryEngine. Графику вы можете наблюдать уже на своих экранах, реально круто. Игра графически довольно-таки впечатляет. Текстурки, отблески, шейдеры, все на месте. Кстати, игру сделали, насколько я знаю, либо украинские, либо русские разработчики.
Именно поэтому здесь есть присутствие... Тихо. Именно поэтому, да, здесь есть русский язык, это радует. Это все, что нам нужно. Так. Что-то, видимо, еще мне нужно сделать здесь. Так, системник. Или нет? А, это чемодан. Показалось, системник. Во, рубильник. Опа. Твою мать. А, мы пустили искру. И там все рвануло, да? Пробел для прыжка, хорошо. Ну давайте посмотрим, что же это за игра и что она из себя представляет. Я ее купил, кстати, в Стиме. Единственное, что здесь мне немножко не очень нравится, так это то, что здесь нету настройки звука. Потому что речь немножко затирается на фоне музыки игры, поэтому вот. И еще плюс игра очень темная. Хорошо, бро. Так. Тело. О, о, твою мать, я упал куда-то. Эпичное начало. Да, Гринберт. Загрузка идет. Видимо, мы сейчас будем выживать в каких-то катакомбах. Я пока не знаю вообще начало. Нас тупо кинули в гущу событий. Какой-то псих с топором хочет нам за что-то отомстить, видимо. Его зовут Кэрри, его топор зовут Джозеф, в честь кого-то, кого-то, я не знаю кого. Еще он что-то про особняк говорил. Окей, мышка, привет. Опа, паучок? Привет, паучок! Вы что здесь? Круто на самом деле, знаете, это размытие, текстурки четкие, реально очень красиво. Очень красиво. Графически игра впечатляет. А начало напоминает вот реально пяти. Вот Silent Hills пяти. Я также начинал там как бы лежать на полу. Там пробежал тараканчик. Я встал и пошел дальше. Так вот здесь почти то же самое. Даже внешне, визуально преобладают черные и белые цвета. То есть игра немножко бесцветная. Как пяти. Хорошо, потопали. Что мы здесь имеем? Используйте С, чтобы приседать. А, хорошо. Так, фонарика у меня, к сожалению, нету. Я пришел отсюда. Угу. Так, здесь, видимо, электричество немножко подшаливает. Чтобы не получить по голове удар током, мы присядем. О-о-о, тихо. Я же присел, все спокойно. Так. Лужи. Опа, я могу смотреть на свои ноги, это круто. Опять же, обращаю ваше внимание на графику. Это круто. Это уже плюс к атмосферности. Хорошо, полезли вниз. Жаль только, что в настройках нету корректировки яркости или гаммы. Игра реально темная. Без фонарика просто нереально играть. Так, допустим. А, прыжок, да? Вот я нашел какую-то лесенку, мы плавненько продвигаемся по сюжету дальше. Видимо, наша задача просто спастись от этого психопата. Тихо. Круто. Я доволен. Графически игра радует глаза. Водички. Вот, по моим глазам уже стекает водичка. Ха-ха, круто. Так, допустим. Опа, мышки, мышки пробежали. Мышки. Вы же добрые мышки. Хорошо. Нас любезно приглашают зайти внутрь. А сюда можно пройти? Так, мешок с мусором кто-то не вынес. Эй, кто здесь мусор не выносит? Ублюдки, вперед! Хорошо. Картина. Реально, как будто захожу в этот коридор, как в игре 5. Помните, там мы тоже заходили, сначала был коридор, такой вот
черно-белый отблеск и также стол. Со всякими цветами, бумажками и прочим барахлом, да? Так, это что? Граф Рэй Джонсон, подданный короля, основал на Новой Земле свой замок, отправленный для управления колонией Британской империи, кавалер Ордена Рыцарей граф Рэй Эвелин Джонсон отмечал новоселье в своем новом особняке. Родовое поместье было построено по чертежам знаменитого лондонского архитектора С. Ричардсона. В скором времени в особняк переедет из Англии семья графа. Уже намечен грандиозный бал по поводу новоселья, куда приглашены все влиятельные люди города. Круто. Это что? А, понятно. Это мне не нужно. Так, включайся. Вот знаете, эта буковка F появляется не сразу, то есть мне нужно как-то правильно навести обзор на это дело. Не очень удобно. Это что? А, свет. Хорошо. Картина. Так. Вау! Проклятие! Тихо. Да тихо, твою мать! Кровавые следы, смотрите. И дверь. Куда-то она ведет. Ой! Я аж испугался. Нужен ключик. Вот это твою мать, что это такое? Там кто-то есть? А-а-а! Это звук типа «я пытаюсь открыть дверь, да?» А она закрыта. Понятно. Жуть какая-то, просто жуть. А здесь? Твою мать. Туда что-то убежало. Вот в эту дырку. Жесть какая-то. Ну реально темно. Я ни хрена не вижу. А зато есть плитка. Правда, она малость проржавела. Но это бывает. Так, кофеварочка. А нет, это кружка. Куча хлама. Клетка какая-то. А, это ловушка, да? Как будто ловушка для крабов. Дверь заперта. Ну все. Здесь больше ловить нечего. Потопали дальше. Вау, вау, вау. Гроза. Гроза, ты угомонись. Ага, то есть, этот чувак, которого мы встретили в начале игры, Кэрри, он типа умер, да? Это раньше был его особняк, но он умер. А здесь люди типа начали умирать, привет, паучок, загадочным образом. Потом из этого особняка сделали гостиницу, да? Понятно. Только какого хрена я здесь вообще делаю? Я, видимо, гость, который сюда попал и пытается выжить. Тихо. Э, там кто-то есть. Он не может выйти. Ха-ха, он не может. Поможем ему? Нет? Твою ж мать. Вот сиди там. Не выходи. Тебе здесь не рады. Вау, твою мать, что это было? Что это, мать твою, было? Ха-ха, круто. Мне это нравится. Опа, привет, бро. Ты добрый? Бро. Что-то как-то... Что-то как-то не внушает мне уверенности данный персонаж. И тут кругом кровушка, кстати. Так. Мне кажется, ли у него в руках что-то, что-то опасное для здоровья. Ха-ха, твою мать. Привет, бро. Тихо. Ой, тихо. Я, пожалуй, пойду. И что? Ты сюда пойдешь, чувак? Бля. Так я без фонарика. Нет.
Я надеюсь, что здесь что-то открылось, да? А, заперто! И что же вы мне прикажете делать в этом случае? Мы вообще в каком-то лесу, твою мать. Ладно. Давайте наберемся храбрости и ступим вот сюда, в эту темноту. Тихо, тихо, тихо. Вроде бы он пропал. Ой, твою мать, ни хрена себе он не пропал. Я получил по черепу топориком. И что, это все, что ли? Хэппи-энд? Замечательно. Хватит разделывать мое тело, чувак. Начать заново. Да. Не стоило туда идти, я уже понял. Так. И откуда мы пришли? Что-то... А, все, я понял. Это мы так, в общем, входим в этот особняк. Я пришел оттуда, здесь типа прихожка. И вот мы в гостинице. Раньше она была особняком. И этот мудила Керри здесь, видимо, рубит всех своим топором. Джозефом. Больной ублюдок. Так, сюда нужен ключик, это я понял. Замечательно. Давайте искать это дело. Ну, здесь мы были, здесь вроде бы все так же. Эй! А вот этого радиовещания уже нету. Туман. Атмосферненько. Ой, твою, блять, мать! Ух ты, ёшкин ты кот. Что-то вообще... Я пока не понимаю, что происходит. Мы вроде бы начали сначала, по идее, с последней контрольной точки. Но вот этого я не помню. Значит, он и должен был нас убить, да? Потому что этого не было раньше. Чувак... А, смотрите, в него кто-то вонзил нож в спину. Ублюдки больные, дай пройти. Так, что у нас здесь? Бочки, банки из-под пивоса. А, записка, да? Почитать, почитать, почитать. Фотография Кэрри Джонсона. 91-й год. Милый молодой человек. Это, видимо, наш... антагонист? И все, а ты не будешь эту записку там брать себе куда-нибудь в журнал? Нет? Хорошо. Пусто. Потопали дальше. Дверь, твою мать, ты закройся. Эй! Дай пройти. Блин. Дверь упорно не хочет закрываться. И как мне попасть дальше вот туда? Блин, хорошо. Значит, здесь что-то мы, по идее, должны найти, да? Может быть, ключики? Просто если здесь ключи, то я их просто не вижу. Здесь темно. Хорошо, ну вот мы смотрим. Бред какой-то. Так закройся. Ладно, потопали обратно. Может быть, что-то поменялось? Дверь упорно не хочет закрываться. Может быть, здесь что-то поменялось реально? Опа. Действительно, смотрите, дверь открылась. Тихо. Этот ублюдок может быть где-то рядом. Размахивает своим топором острым. Тихо, 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 тихо. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, это что? Какая-то палка, подсвеченная красным. Так, а это... Вентиляционная шахта. Только этого нам не хватало для счастья. Хорошо. На самом деле игра выполнена немножко необычно, непривычно, так скажем. Потому что я пока реально, я не понимаю, что здесь нужно делать и как вообще вот эти вот мои смерти связаны с прохождением. Видимо, мне здесь нужно умирать.
чтобы пройти дальше? Потому что там вот, например, был силуэт этого черного мудилы с топором. Больше у меня выбора не было, там везде двери были закрыты, и мне пришлось к нему пойти. Он меня убил, потом я начал играть, и здесь все поменялось. Значит, он должен был меня убить для сюжета. То есть, мне здесь не стоит бояться смерти, да, я так понимаю? Надеюсь. Потому что сейвов у меня здесь нет. F5, F6, не знаю, F7 у меня не работает. Сохраниться нельзя. Значит, у нас только один шанс на победу. И нет права на ошибку. Хорошо. Прыгнем. Давайте. Опа. Так, хорошо. А, смотрите. Мы куда-то пришли, мы что-то обошли. Может быть, где-то был проход, который типа завален? Я что-то не помню. А! Да твою мать! Да я вернулся в начало! Просто тупо в начало. Бред какой-то. Хорошо, потопали. А, смотрите, дверь закрылась. Реально, это прям пяти, вот натурально пяти. Записка та же или поменялась? Эй. Да, та же. Опа, да ладно. Что-то я не замечал этого раньше, шкафчики можно открывать. Так, еще одна записка. А, это картинка, да? Статуя какого-то чувака, похожего на карлика военного. Глупо, но вот так и есть. Ага, здесь по-прежнему нужен ключик, да? А, показалось, дверь закрыта, это вообще был не тот коридор. Вот здесь была открытая дверь, да, но она тоже закрыта. Хорошо. Опять же скажу, что здесь все так не очевидно. Привет, бро. Дело в том, что я пока не понял здесь вообще, как устроена игра. Ага, понятно. Очень, реально очень похоже на пяти с этими коридорами зацикленными. Как будто я хожу по кругу. И все как бы повторяется, да? Так. Замечательно. Вот, этот темный коридор, где мы видели этого чувака, теперь он пропал. А мы можем пройти дальше. Это только это нас должно волновать. Все остальное не важно. Наша задача отсюда выбраться, спастись. Миновать все препятствия, смотрите, 12-й номер. Эй, как сюда зайти, чувак? Дай пройти. Пивные бочонки. Ну да, это гостиница, очевидно. 13-й номер. Несчастливое число. Здесь еще и кровоподтеки есть. Так, кого-то завалили на этой мягкой и удобной кроватке. Что это? А, ключи! Да ладно. Бери, 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 бери. Ага. Куча мусора. Опять кто-то не выносил мусор. Уборщикам в этой гостинице явно не доплачивают, да? Все? Пусто? Хорошо, потопали обратно. Откроем ту заветную дверь и посмотрим, что там нас поджидает. Хотя здесь все может поменяться. Какой-нибудь ушлепок выбежит и побежит за мной с топором. Смотрите, цветы просто из земли растут. Эпично, дверь не могу открыть. И вот что неудобно, так это у меня shift не работает. Я бы хотел пробежать здесь, да вот не получится это сделать. Привет, паук, чувак. Ты же не просто так здесь ползаешь, да? Может быть, ты тоже нужен для сюжета? Хорошо, давайте. Ага. Что там нас поджидает?
За дверью. О, вау. Ага. Это что-то вроде ресепшена, да? Здесь какие-то разбитые вазы. Зачем они это дело разбили, я пока не имею представления. Ванная. Водичка, зеркало. Ну, скример, появись. Нет? Да ладно. Чтобы в ванной, где есть зеркало, не было скримоты? Это подозрительно. Посуда? Гречка? Какая-то селедка или килька? О, аптечка! Чувак, возьми аптечку! Что ты... А! Я посмотрел фотографию сквозь дверцу шкафчика. Это круто, на самом деле. Это эпично. Так, картины. Здесь не пройти, зато можно перепрыгнуть. Пустые банки, можно сюда. Там что-то черное капает, я пока туда не полезу. Нахрен надо. Так, записончик, да? Ну, мы это уже видели. Так, хорошо. У нас есть, смотрите, есть вот эта шахта вентиляционная, да? И вот здесь проход, вот здесь прямо, да? И наверх. А, давайте я сначала пройду... А, подождите. Дверь заперта, да? Хорошо, давайте сюда. Опа. Замурованные окна. Этот ублюдок кого-то убил и тащит тело, которое пропало, исчезло. Да-да-да-да. Ой. А, хорошо. Чувак почему-то летает в воздухе. Это ненормально. Я, наверное, пойду. Так. Дай-дай-дай-дай-дай, пролезьте. Дай-дай-дай, твою мать. И что, а? Он сзади стоит. Дай пролезть. Ни хрена. Хорошо, пойдемте обратно. Воу-воу-воу, вот твою мать, это скример. Я так и знал. Потому что у меня не было пути отхода, мне в любом случае пришлось бы к нему подойти. Опа, дверь открылась. А нет, это ванная, я там был. Что-то я обрадовался раньше времени. О, тихо-тихо. Что у нас здесь есть? Вот здесь проход. Там проход. И вот здесь тоже что-то есть. Нужен ключ, понятно? Ключ мы сейчас найдем. Все будет, чувак. Главное, расслабься. Ну, давайте сюда. Лампу. Чувак, возьми лампу, возьми! Здесь темно, твою мать, ни хрена не видно. Хоть лампу-то возьми, нет? Плохо. Очень плохо. Ты ничего не хочешь брать. У меня такое смутное подозрение, что они говорят обо мне. Они идут ко мне. Этот чувак, больной ублюдок, говорит своим топором. Эпично. Фотография. Это, наверное, юный Керри. Хорошо. Заперто. И опять кровоподтеки. Ну вот почему? Почему только комнаты с кровоподтеками у нас открыты? 16 номер. А все нормальные комнаты закрыты. Это не круто. Так, что у нас здесь? Мешок с мусором. Непонятная хренотень. Не вижу отсюда, что это такое. Книги. Разбитая ваза. О боже. По-моему, он просто тупо зарубил всех, кто здесь живет. Или жил раньше. То есть всех гостей, всех постояльцев он тупо убил.
Внимание, внимание! Фонд «Красное дерево» открывает одноименную комфортабельную гостиницу в бывшем родовом особняке Джонсонов. Только у нас самый лучший сервис, самые удобные комнаты и просто невероятные интерьеры. В гостинице имеется бар, библиотека, сауна и многое другое. Будете в нашем городе, не откажите себе в возможности пожить в настоящем старинном замке, история которого тянется с 19 века. Согласно правилам фонда, все вырученные средства пойдут на благотворительность. Оставаясь в номерах нашей гостиницы, вы не только подарите себе незабываемые впечатления, но и помогаете восстановлению природы. О как! Замануха работает, смотрите! Сколько людей сюда притопало. Восстановить природу, да? И все? И это все? А ключи? А компот? Хорошо, потопали обратно. Вот хреново, что здесь нет бега. Интересно, откуда был звук этого разговора? Как бы не нарваться на этого мудилу? Лицом к лицу? Это будет неприятно? Так, так, что у нас здесь? О, тихо, тихо. Меня дверца чуть не прибила. Так, пусто, да? Ну, игра, конечно, она графически очень неплохая, хотя и не без багов. Потому что все эти... Так, плохо. Плохо, твою мать. И что? Опять в темноту, что ли, идти? Канистры? Решетка. А, я туда упал, да? Когда лазил там? Хорошо, пошлите в темноту. Позади все спокойно. Вау. Ну, хоть на том спасибо. Раз уж вы мне не даете фонарики, то хотя бы включайте свет здесь. Какая-то башня. Что-то наверху. Подозрительно и очень опасно, по-любому. Давайте здесь поставим паузу, потому что время уже немножко растянулось у нас, наш летсплейчик. Продолжение будет уже во второй части. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно же, вступайте в группу ВКонтакте. До новых встреч, друзья. Увидимся во второй серии. Потом. Так.